Ассаламу алейкум, здравствуйте, дорогие друзья, приветствую всех. Сегодня едем в Маршал. Я в посте делился, какие стройки вы хотите. Все Маршалы седьмую стройку просили. Так, кстати, сейчас проезжаем мимо седьмой, сейчас я отсюда засвечу. Так, секунду. Стоит. Но ее уже в следующем ролике, хорошо? Сегодня едем в Маршал и посмотрим, что у нас там происходит. Кстати, квартиры там еще на продажу есть. Кто захочет, может обращаться. Едем на Маршал. Вон наш Маршал аж с дороги видно. Вот он, красавец. Да, все знают, что этот светофор очень долго говорит. Так, у меня камераман Хусейн будет сегодня. Вот, друзья. О погоде немного. 34 градуса. Но жара спала. Кстати, не вчера, позавчера в первый раз я спал без кондиционера. Просто открыл окна и аж подмерз немного. Но на утро потом опять стало жарко. Сегодня опять кондиционер. Так. Ну что, они на красную поехали? Не дождались, что ли? А, там стали работать светофор. Вон какая красивая стройка. Друзья, не будем так, как бы, во все подробности здесь вдаваться. Зайдем в 1 плюс 1, зайдем в 2 плюс 1 и зайдем в 3 плюс 1. Думаю, будет достаточно. И также добавим дрон. Видео с дроном. Кстати, один дрон у меня здесь взлетел, больше не прилетел. Птицы напали. И каждый день заезжаю, с колеса шурупы вытаскиваю или гвозди. Сегодня сильно заезжать не буду. На асфальте останусь. Так, друзья, мы, наверное, зайдем в Б-блок. С Б-блока начнем. Почему? Потому что в Б-блоке у нас и 3 плюс 1, и 2 плюс 1, и 1 плюс 1 есть. И пойдем поснимаем. Так. Вот смотрите, экскаватор. Б-блок у нас вот этот. Здесь А, Б, С, Д и Е. Ну, в Е-блоке также и 3 плюс 1. В двух блоках у нас есть это. 3 плюс 1. Так, друзья, давайте начнем так. Сначала 1 плюс 1 посмотрим. 2 плюс 1 и 3 плюс 1. Вот у нас здесь 1 плюс 1. Здесь будет вестье. Так, по-быстрому пробежимся. Коридор, потом ванная комната. Значит, здесь у нас ванная. Дальше одна из комнат с техническим балконом. Мы в Б-блоке, здесь вы видите, бассейн получается. На Б-блок смотрим. Да, и море видно с первого этажа. Так, дальше у нас зал. Кухня будет здесь, салон будет здесь, и также там балкон. Судя по розеткам, глазом сюда ставите, диван сюда ставите, панорамный большой выход. И котел ставится тут сюда. Там насчет газа кто спрашивает, видите, все проводки сделаны, скоро газ придет из домика. Бардом уже протягивает. Пойдемте дальше. Пойдем 2 плюс 1. А, кстати, вот коридор засветили. 2 плюс 1, 1 плюс 1. Так, 1 плюс 1. 1 плюс 1. А вот 2 плюс 1. Еще одна 1 плюс 1. 2 плюс 1, когда попадаете, сразу, смотрите, сразу просторный салон. Огромный. Здесь у нас санузел. С этой стороны санузел. Вы знаете, 2 плюс 1 по бокам. Во всех зданиях по бокам. В центре, в Б, в Е блоке идут 3 плюс 1. И остальные квартиры, вот так, как вы видите, 1 плюс 1. Так, у нас, значит, салон. Да, кстати, смотрим, можно будет
Но это можно сделать из мебели, из аксессуаров. Так, здесь детская одна, там тоже балкон. Выходит на пальму, смотри, какой там с окна видно. Выходит на пальму. И родительская спальня, ребята. Здесь также санузел. Два санузла. Ну, санузлы нормально. А тут же расчет, вот. Санузел нормальный. Вот. Так, это у нас 2+1. Также технический балкон есть. Котел будет ставиться туда. И вид на город получается. О метражах, квадратурах говорить не буду, все вы знаете. А кого заинтересует, можете писать на WhatsApp. Всю информацию скинем. Подписы их готовы. А теперь давайте пойдем в 3+1. Вот тот край пойдем сейчас. Бассейн сейчас посмотрим, с 3+1 будет хорошо видно. Территория бассейна тоже идет. Отсюда у нас лестница. Отсюда уходит уже по лестнице. Но жара все равно спала, да, никак. Сильно жарко было. А, друзья, кстати, вот этот мусоропровод, который есть, ну, мы все помним, да, я вот в Казахстане живу, у нас тоже был постоянно мусоропровод. На 9-м жили, на 4-м жили. И там, когда пользовались, вот этот запах, помните, когда всегда в подъезде стоит, аж противно проходить было. Здесь по чертежам как бы ставится, но в основном не пользуется. Мы как бы ставим его, но не пользуемся. Почему? Именно из-за этого запаха. Ваш мусор, который вы будете ставить сюда, КПЖ, да, скажем, или кто там, ГРВД, этот человек, который здесь будет работать, он будет приходить по утрам его собирать. Поэтому этим лучше не пользоваться. А это у нас 3+1. Здесь вестер будет, здесь один из санузлов, здесь 3 санузла, друзья. Вот здесь, о, я не знаю, чья это квартира, но ваш вид весь в пальмах получается. Вот это зал, друзья. Это зал. Там и кухня будет. И вот такой вот Б-блок, друзья. Б-блок, первый этаж. И море прийти, да? С первого этажа море. Помните в то время, когда вы говорили, Султан, какие квартиры будут видеть море? Я говорил, что гарантию не даю, не знаю. Ну как бы, здесь точно не могу сказать. Но будут квартиры, которые вы купили, как бы вы не ожидали, что море будет видно. Его получается видно. Пока что видно. Вот такой вот вид у вас. Это Б-блок, первый этаж, 3+1, друзья. Вот так можете продолжаться. Давай отсюда пойдем. Значит, салон у нас. Здесь хороший большой балкон. Хороший большой балкон. Честно, чьи вот это вот квартиры, ну, вот так вот скажем, снизу доверху я вас поздравляю, потому что вечером сидеть, пить чай и наслаждаться вот этим вот видом и морем, это просто шикарно. Ну и пальмами тоже. Сейчас представьте, воду наполнил, территория вся убрана, все посажено, все ухожено. Это будет просто класс. Пойдем дальше. Оттуда также можете идти, балкон продолжается. Но комнаты... Там, да, кстати, там окна же будут, выход на балкон отсюда тоже. Давай отсюда. Вот одна из спален, друзья. Вот одна из спален. Мы сейчас бы как бы с балкона зашли. Вот вторая детская. И видите, этот балкон, он как бы в круговую идет, получается. Здесь санузел. Общий это санузел. Там при входе был один санузел, это второй общий санузел. Вот. Душевая будет здесь. И еще третий есть в родительской. Так, это спальня. Это спальня. И вот отсюда, отсюда начинается санузел. Здесь какая фишка, смотрите, получается. Унитаз отдельно. И душевая полностью будет отдельно. Это 3+1. Значит, 1+1 сняли. 2+1 сняли. 3+1 сняли. Все. А, у нас еще с террасой есть 2+1. Пойдемте их тоже посмотрим. Одну сейчас снимем.
Но вид бомба, просто бомба вид. Друзья, поднимались сейчас на террасу. Просто я не в тот хост поднялся. Сейчас я нахожусь на 6-м этаже в Б-блоке. Сзади меня море видно. И вот так до самого верха. Оказывается, вот эти квартиры рядом, которые 1+1, они все видят море. А вот отсюда вид. Вот такой вот. Замечательно. Сейчас в тот хвост я пройду. К террасе. Друзья, оказывается, на 5-м были мы. Сейчас еще на этаж поднялись. Короче, здесь многие квартиры прямо отсюда видно. Видят море. Вот у нас боковая 2+1, там вообще, наверное, вид будет убийственный просто. Смертельный вид. Просто приди, чтобы не отдалено было, как бы. Вот. И рядом, которые 1+1, с них тоже такой же вид. Так. А вот терраса. Вот терраса. Вот терраса, и вот с двух сторон море получается. Вот. Кстати, здесь одна терраса получается. Нет. А, нет, вторая, две, да? Две. Опа. Вон терраса строится, да, смотрите? Вот получается раз, два, три. В С-блоке три террасы. Здесь две, да? Нет, три, здесь тоже три. Раз, два, три, везде по три получается. Везде по три, друзья. Сейчас скажешь, потом, где моя квартира. И вот вид. И много-много свежего воздуха, друзья. Приблизь вот так вот с ближнего ракурса. Медленно. Так что, друзья, стройка идет, строится. И сейчас, наверное, мы попрощаемся. Встретимся в 7-й стройке Султан 2699. Всем счастья, удачи. طعم الدنيا تغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحة طلة رمضان. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي، يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي، وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرش ورود.